Доброго времени суток всем, с вами я, Вася Якушев, и сегодня будет такой обзорчик на, ну, можно сказать, на кирпичонок. Мобильный телефон фирмы CAT, модель B25. Значит, начнем сначала, визуально осмотрим коробку, я вам ее покажу. Вот, в принципе, здесь... Сайты написаны. Давайте я даже ближе, а то он не видит. Вот, видно. Сам телефон выглядит вот так, как здесь он нарисован. Ну, в принципе, вот так вот выглядит вся коробка. Здесь некоторые данные. Вот. Значит, некоторые производители, некоторые интернет-магазины и производитель утверждают, что эта коробка защищает от радиации. Но мне кажется, это перебор, конечно. Немножко врут. Не знаю, сам не проверял. Вот. Значит, смотрим сначала так коробку. Ну, в принципе, мне здесь кажется, есть какой-то, возможно, тонкий слой свинца. Потому что, ну, оно так достаточно выглядит похоже на него. Но, не знаю. Проверьте, кто сможет. Сразу говорю, телефон как-то не было времени сделать обзорчик на него, когда он еще был новенький. Сейчас ему уже 4 месяца. Вот, значит, он был в целлофанке такой, значит, к телефону вернемся позже. Комплектация. Блин. Что это еще? Вот, к сожалению, не все сохранилось. Наушники уже потерял. Ну, как сказать, потерял. Даже не знаю, потерял, нет, не знаю, где они вообще есть. Они были. Здесь они, кстати, и были. Вот. В комплектацию входит инструкция. Вторая инструкция на английском, на украинском и на венгерском языках. Не знаю почему. Вот. Дальше. Адаптерчик. Под USB, то есть зарядочка. На... Видно вам или нет? Не знаю. Короче, на 120 мА. USB. Само. Вот такой вот я вам покажу длину его. Приблизительно так, как иногда людям... Ну и больше нечего. Иногда людям, кстати, важно, какое USB. Вот я могу показать. Ну, где-то оно даже не помещается. Ну, вот такое вот. Длинное оно. Здесь вижу конец. Ну, вот приблизительно так. Ну, ладно, не будем на этом задерживаться. Сам телефон. Вот. Давай фокусируйся. Кое-что из него я уже потерял. Значит, смотрите, видите, здесь такие вот заглушечки на экране. Одну потерял, кнопку уже содрал, так как когда он падает, он, кстати, на кнопку падает. Вот. Но, в принципе, он уже много раз падал, ничего не было, просто обычно он вот так вот проезжался по кнопке, поэтому и содралось уже. Сам дизайн. Кирпичонок, берем во двор, идем гулять, гопников можно не бояться. Вот, значит, здесь прорезиненная заглушка, динамик, здесь микрофон прорезиненный, тоже заглушка. Сзаду логотипчик CAT, уже, как вы видите, немного побит, ну, все-таки 4 месяца. Он даже, кстати, он не так падал, как просто был в кармане и содралась уже. Ну, краска. Но это металл. Вот. Значит, студенный фонарик, камера, динамик. Значит, покажу вам, в принципе, меню. Что здесь в меню? Интересные штучки. Значит, фонарик включается здесь, кнопки. Мне это как раз нужно было, чтобы одной кнопкой он включался. Фонарик не очень сильный, мне кажется... Где-то 5 люмен он дает. Да, где-то 5 люмен. Ну, то есть слабенький. Ну и плюс он не в точку светит, а рассеивающий.
Ну и фотоаппарат тоже кнопочка здесь. Давай, фокусируйся. Ну и фотоаппаратик, вот он. И нажимаем, снимает. В принципе, фотоаппаратик, я бы не сказал, что плохой. Хотя и 2 мегапикселя, но мне, например, кажется, что... Ну, он снимает так, как 3,2 мегапикселя. Менюшка. Менюшка стандартная. Менеджер файлов здесь, ладно, буду на украинском. Менеджер файлов, телефон, здесь самая память телефона, здесь камера, ну все, сообщения, установки. Есть функция черного списка, это конечно хорошо. Контакты, книжка. Вот, игра. Сразу предупреждаю, Java игры на него не идут вообще никакие. Можете даже не пытаться, это сразу наперед говорю. Кому, кто любит вообще играться, сразу говорю. Не будет идти. Вот. Давайте я вам его покажу, в принципе, изнутри. Ах, да. Сейчас, секундочку. Где он там у меня? Карабинчик, который шел в комплектации. Давай, фокусируйся. Вот, карабинчик вот такой вот. Цепляется он с ключом. Сюда вот, за верхушку телефона. Ну, еще вот этот ремень есть. Порвал, хочу отремонтировать. Здесь железка. Трындец, я пришел, сейчас покажу. Разогнулась. За ветку зацепился, бежал в лесу. Вот. Ну, ничего, это можно загнуть, конечно. Значит, выключаем его. Кстати, вот так вот эффектно выключается. Да блин, что с камерой, не знаю, извиняюсь, кстати, за качество камеры, что-то она бесится уже последнее время. Вот, начинаем откручивать болты вот этой вот, вот этим вот ключиком. Можно, конечно, и обычной отверткой. Что-то под рукой сейчас нету, будет уже этим ключиком. Заодно увидите, сколько, в принципе, времени надо откручивать, чтобы вы знали, если вам быстро надо иногда менять карточки. Ах, да, он на 2 карточки, кстати. Кстати, с 2 карточками он достаточно мало держит. Где-то 4 дня, 5. Это я вам сразу говорю. Ну, я, в принципе, пользуюсь одной карточкой. И с одной карточкой у меня неделю держит хорошо. Так что не верьте вы в эту вот хрень, типа... Кто там говорил 12 дней, и сколько там, говорили в интернете, я не помню, заявляли типа 12 или 15 дней в режиме ожидания, да ни хрена, он у меня 4 дня в режиме ожидания был, блин, подсел был наполовину, вот. Значит, открутили, вынимаем, вот так вот здесь губка идет, такая, кстати, реально не знаю, нахрена она, может кто-то знает, подскажет. Так все внутри выглядит. Вот, ой, блин, тяжеловато, кстати, батарейку. Батарея на 1300 миллиампер. Вот, слотчик. Один под сим-карточку. Да, извиняюсь за такую вот сим-карточку, которая у меня. У меня там просто номер интересный на сим-карточке. 050-51-96-444. Просто 3-4, поэтому не хочу менять. Слот под microSD-шку. MicroSD-шку я сюда ставил 4 гигабайта и тянул. Ну, а дальше не знаю. Еще что нравится. Нравится, что заглушечка одна на все. Одна под все, это достаточно хорошо, так как не расшатываются 3 заглушки, которые потом все 3 надо будет менять. Вот, ну, в принципе, так вот он и выглядит. Можете вот так вот посмотреть. Что я могу сказать о самой работе? Ну, знаете, было уже... 2 или 3 раза, что он вот заглючил был. То есть я нажимал выход, то есть включил видео, да, проигрывать. Вот оно играл, и я нажал выход, и он тупо не среагировал. Я где-то 20 раз нажал выход, потом, блин, психанул, херешнул мимо пол. И он вышел, если честно. Вот с видео сам вышел. Но, конечно, не вариант постоянно так вот херячить об пол, поэтому...
Ну, в принципе, бывают, конечно, у него глюки, это я сразу говорю где-то. Ну, первый месяц-два у меня не было глюков, но вот остальное время уже где-то в неделю он... Нет, даже один-два раза в 2 недели он где-то глючит. Бывает, заглючит вот так вот. Малейшие такие вот глюки. Выйти, конечно, можно просто, но неприятно же все-таки купить телефон, чтобы он у вас глючил. Ну, в принципе, вы думаете сами. Если у вас есть какие-то вопросы, вы комментируйте, спрашивайте в комментах. Вот, в принципе, включу я его сейчас. Ну, пусть он сфокусируется. Блин, твою мать, фокусируйся. Вот так. Ну, я сторонку поставил, так как так не очень видно. А, не, видно. Вот, ну, в принципе, я могу сказать, телефончик хороший. А, кстати, не знаю, на какой я лимит поставил сейчас снимать камеру, она может в любой момент остановиться, поэтому имейте в виду. Может оборваться видео, просто не помню. Вот. Ну, в принципе, рассказать о нем больше вот нечего. Ну, обычный телефончик в воду не пробовал ставить. Я думаю, я все-таки попробую, наверное, его поставить в воду и... Может, сниму видео даже. Но я не знаю. В принципе, рисковать, конечно, не хотел бы, но это вот... Ставят в интернете, да, типа, краш-тесты и это все, но сами знаете, как это может делаться. Вот. Ну, дизайнчик можете осмотреть. Вот так вот. Ну, главное, что я вам хочу сказать. Вы сами его вообще не чистите. Вот, особенно здесь, грязь попала сюда, вот сюда. Не чистите, очень хреново. Там микрофончик, там тупо маленькая тоненькая резиночка, чтобы вас вообще хоть как-то было слышно. Кстати, телефон очень громкий. Могу включить что-нибудь? Сейчас. Ой, блин, нет здесь музыки, блин. Может есть, но в плохом качестве, это вообще запись на диктофон. Ну, не знаю, это, конечно, не так громко. В принципе, громче слышно на... Когда в хорошем качестве. Я попробую в хорошем качестве записать сюда песни. Я просто карточку вытащил. Вот она, моя microSD-шка. Блин, ты чё её не видишь? Ты слепой инвалид. Вот так, тварь. Что-то с камерой уже задолбало вообще. Вот. Ну, короче... В принципе, это все, что я хотел рассказать. Буквы. Буквы здесь есть и русские, есть и английские. Да, может быть, кого-то это будет волновать. Интересно будет. Вот. Ну, в общем-то, это и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.